идентичности. Реальность, как событие, удостоверяется чем-то вечно иным. В ее свете все вещи такие, какие они не есть, и пребывают там, где их нет. Возьмите хотя бы понятие пустоты. Пустота не пуста, гласит китайская мудрость. Вот истинная пустота. Но где же она пребывает? Если я не я, то где я нахожусь? Тут впору устраивать конкурс, среди слушателей, мне кажется, на правильный ответ. Но во всяком случае вещи оказываются в таком случае вместилищем взрывчатой силы бытия, знаками перехода наличного в его инобытие. Истина входит в тень и свет, заявил в V веке один из первых теоретиков живописи в Китае Гун Пин. Эстетическому идеалу китайской традиции, мы увидим, что это самый внушительный памятник мироздания, о котором я что говорил. В этом мире цветок выписывается, как в китайском саду, его белой стеной, занимающейся. Горы получают свой бог, как утверждали китайские живописцы, от окружающих их облаков. Узоры на срезе мраморной плиты странным образом напоминают пейзажи и картины, и поэтому украшают интерьер китайских домов. Декоративные камни воспроизводят, конечно же, черты человеческого характера. Ну, а жизнь мудреца Джуанзы, согласно знаменитой даосской притче, проживается беспечной бабочкой. Итак, это мир чистой мнимости, которая открывается спонтанно, внезапно, живого нам не нужно.